Привет, с вами Наталья Скорнякова, и мы продолжаем разговор про портных эпохи Средневековья и раннего модерна. Сегодняшний выпуск сделан в коллаборации с каналом «Будни трудни». Вы можете подписаться на него вот по этой ссылке. Я расскажу про то, как именно портные шили все эти платья, дублеты, штаны и плащи. А Анна на своем канале про то, как именно делалась ткань для всех этих вещей. Откуда я вообще могу узнать, что, например, вот на этих штанах карман находится справа? Он один и довольно вместительный. Или вот, например, откуда я знаю, что на этом платье юбка пришивалась вот таким вот интересным образом? Ну, вообще-то все очень просто. Очень много вещей сохранилось до нашего времени. Особенно много, начиная с 16 века. И просто все детали можно рассмотреть в музеях, в изданиях, которые эти музеи издают. С моей точки зрения, самые лучшие коллекции сейчас хранятся в Нью-Йорке, Мюнхене, Нюрнберге и Лондоне. И нам поможет разобраться во всех сегодняшних портновских делах две книги, как раз изданные по коллекции одного из музеев в Лондоне, одного из самых известных музеев, музея Виктории и Альберта. Вот эти вот крутейшие книжки. Мы в них будем периодически сегодня заглядывать. В наше время мы привыкли к масс-маркету и воспринимаем индивидуальный пошив одежды как нечто эксклюзивное. Но совсем иначе было 500 лет назад, потому что тогда рынка готовой одежды просто не существовало. Зато выбор ткани был на любой вкус, ну и, разумеется, кошелек. Что важно сейчас понимать. Ткань стоила действительно очень дорого. В разы дороже, чем услуги самого портного. Настолько дорого, что одним из ценных умений портного было именно раскроить вещь из наименьшего количества ткани. А хотите знать, как именно делались ткани в эпоху Средневековья? И что делало их такими дорогими? Тогда переходите вот по этой ссылке и смотрите видео от канала «Будни трудни». После выбора и покупки ткани начиналась непосредственно работа. Первым делом снять мерки. Но как? Сантиметровой ленты ведь еще не было. Но зато был пергамент. Из него можно было нарезать полосы, снять мерку, сделать надсечку и написать, какая именно эта мерка. И еще использовали деревянную или металлическую рейку с размеченными на ней делениями. Вот здесь вот ее очень хорошо видно. Называли ее эль или ярд. И это была такая довольно увесистая штука. Не зря ведь в укрощении строптивой Петруччо грозится побить портного его же ярдом. И подозреваю, это могло быть довольно больно. Но если оставить в стороне настолько экстремальные случаи, то вообще-то ярд использовали для построения выкроек. То есть клали его на стол, переносили с пергамента размеры и строили выкройку на бумаге. Да, и уже для выкроек использовалась именно бумага. Вот такая вот грубая коричневая. Ну а откуда брали шаблоны модных моделей, вы уже знаете из первой части наших портновских историй. Если вы еще ее не видели, то бегом вот по этой ссылке. Поскольку австрийские книги я уже показывала, то сегодня в кадре испанские. Это первое издание Хуана де Альсеги, 1580-е годы. Эти книги ценили не только за рисунки кроя, но еще и за то, что в них предлагались наиболее экономные раскладки выкроек на ткани. Потому что, как вы помните, ткань стоила невозможно дорого. Чем портной переводил выкройку на ткань? Тем же самым, чем и в наше время. И мел, и мыло уже используются и в Средневековье, и позже. Я лично предпочитаю мыло,
потому что от него просто меньше раздражается кожа на пальцах, а мел ее довольно сильно высушивает, хотя, возможно, кому-то и ок. На светлых тканях рисовали древесным углем, чернилами и свинцовым карандашом. И да, это вообще-то не отстирывается. А еще было даже колесико, немного напоминающее современное, только без зубчиков. Очень удобно для раскроя светлых шелковых тканей. Краили ткань двумя типами ножниц. Первые, примерно такие же, как и сейчас. Или почти такие же. А вторые вы тоже могли видеть, но это у меня современный аналог, которыми удобно, например, отрезать нитки очень быстро. А вот аналогичные большие. Ими вполне удобно резать ткань по прямым линиям. Одна беда. В наше время такие можно купить разве что на каком-нибудь средневековом фестивале. После того, как основная ткань была раскроена, наступало время забраться на стол. Потому что традиционно портные шили, сидя на столе, со скрещенными ногами. И этот странный обычай сохранялся до 20 века. Но думаю, что эта поза появилась не раньше, чем широкие штаны. Просто не представляю, как это можно сидеть в узких облегающих шосах, тем более так долго. Теперь разберемся, почему именно так. Например, чтобы было удобнее вытягивать на колени некоторые детали для придания им трехмерной формы. Хотя мой личный опыт подсказывает, что кроме всего прочего, так просто меньше мерзнут ноги. И очень удобно, когда все вещи лежат на столе, ничего не свешивается и все под рукой. А что именно под рукой? Во-первых, конечно же, иголки. Они уже были похожи на те, что используют сейчас, и даже существовали отдельные иглы для швей и отдельные для портных. Потом нитки. Вы обратили внимание на вот эти свисающие космы на многих картинках? Это они самые. Льняные нитки, которые использовали для сборки большинства вещей. И обязательно кусочек пчелиного воска для смазывания этих ниток. Они становились после этого крепче, меньше рвались и меньше путались. И булавки в огромных количествах. И некоторые из них до сих пор на посту. В музее Виктории и Альберта хранится пара бриджей, в шве которых портной забыл булавку. В шаговом шве, в паху. Но, похоже, хозяину это как-то не особо мешало при жизни. Следующий инструмент, без которого невозможно обойтись нашему портному. Проколка. Незаменима для пошива любого средневекового или раннемодерного костюма. Застежки молнии еще не было, пуговицы были весьма дорогими, но дело не только в этом. Шнуровка – это самый надежный способ застежки, который гарантирует, что ничего не оторвется в самый неподходящий момент. А для шнуровки нужно много дырочек, обшитых вот таким вот образом. В женском костюме шнуровка нужна, например, для корсета. В мужском – для того, чтобы пришнуровать штаны к дублету. Это делали и в 15 веке, и в 16, и до середины 17 так точно. И гульфик тоже пришнуровать. Пуговицы абсолютно ненадежны в таком деле. С наперстком та же самая история, что и с иголками. Модель для швей и модель для портных. Отличить их очень просто. У портновского нет донца. Надевается он на средний палец правой руки, если вы правша. Хотя в Википедии написано, что на указательный, но это не так. Ну а дальше толкаем иголку через ткань. На столе вроде бы все изучили. Самое время заглянуть под стол. Видите вот эту корзину? Это обрезки, оставшиеся после раскроя. Богатство, которое сами портные считали своей привилегией, а их клиенты беззастенчивым воровством. Их могли использовать не только для декорирования костюма, но и для пошива какой-нибудь маленькой одежды или аксессуаров. Похоже на то, что бархатный дублет из плат-холла сделан из таких же обрезков. Для его пошива было использовано множество кусочков двух сортов зеленого бархата. Мало того, что разных по узору, так еще и выкроенных по всем направлениям ворса. И Анне на эту тему тоже есть что сказать. Дублет – это небольшое изделие.
А мы ведь знаем случаи пошива и длинных средневековых рубах из мелких кусочков. Ну, например, рубаха из Бернуцфельда. Это 7-8 век Германии, если что. Там 43 куска от 20 разных видов шерстяной ткани. Производство тканей до промышленной революции стоило каких-то неимоверных трудозатрат, поэтому изготовление одежды из мелких кусочков имеет давние корни. Помимо того, люди, конечно, не стеснялись чинить одежду и ставить на нее заплатки. И вот еще одна штука, которая на всех картинках обычно находится на полу, а не на столе. Утюг. Достойное во всех отношениях оружие. Не хуже металлического ярда. У английских портных он назывался гусь. И вот тут он действительно похож на птичку, а вот тут не очень. Засыпать угли в утюг придумали в 18 веке, а до этого их просто складывали в горшочек, который стоял под подставкой для утюга. Ну или просто нагревали на печи. В конце 17 века случилось невероятно знаковое событие. Людовик XIV, наш король солнца, наконец-то позволил женщинам шить верхнюю одежду. Для начала только один вид платьев, новый модный фасон монтюа. Но это была победа. И дальше дамы только прочнее закреплялись и проявляли себя в этом ремесле. Но про модисток 18 и 19 века я как-нибудь лучше сниму отдельное видео. Ну а пока на сегодня это все. Я благодарю канал «Будни Трутня» за участие в этом выпуске. Если вы еще на него не подписались, то ссылка в описании под роликом. Оставайтесь с нами, создавайте красоту, вдохновляйтесь хорошими идеями и увидимся!